Хана моему новому прикиду. Тут телефон не ловит. А я сунул руку в говно, так что не вякай. Русский язык, блять. Напишите сочинение о том, чем вы занимаетесь в свое свободное время. А у меня, блядь, нет свободного времени. Фу, блядь, сучка ебучка. Будет ей, блядь, сейчас сочинение. Сочинение на тему того, чем я занимаюсь в свободное время. Как правило, у меня обычно нет свободного времени, потому что все свое время я посвящаю учебе. С 1 апрелем, сука. Ладно, я вас опять наебала. В свое свободное время я обычно занимаюсь проституцией. Ладно, шучу. Прокрастинацией. Вообще, в свое свободное время я предпочитаю хуячить водку за гаражами или пиздиться с бомжами. Это как повезет. Иногда я читаю Уголовный кодекс Российской Федерации. Вообще, чаще всего я лежу на кровати и нихуя не делаю. Но в свободное время от этого дела я иногда посещаю ваши ебучие уроки. И если честно, это мое не лучшее времяпровождение. Александр, говорят, что ты красиво танцуешь. Для нас танцуешь, Александр. Поехали! И последнее. Терпкое горчит, пахнет свободой. Это немецкое. Нифига себе, пан, да ты вообще все угадал. А как у тебя это получается? Ну и как вот это вот все понимать, а? Так, ворчит, зудит, пахнет моющими средствами. Это Галя! Чё еду? Вот это кайф! Сплошная! Пригорок! Похуй! Отчаянный и суровый господин Ау, запугавший всю округу, сам был страшно напуган и чуть не заревел. Не понял. Понял. Собирайтесь, будем сражаться. На нас напали русские. Простите, но без меня я не буду сражаться с русскими. Их не смогли одолеть ни Гитлер, ни Наполеон. Думаете, мы их одолеем? Убавьте самооценку. Когда русские нас увидят, они просто сами свалят. Это вряд ли. У них психика расшатана машинами АвтоВАЗа и российскими комедиями, их ничем не напугать. Но мы же люди со сверхспособностями. А они что, нет? А вот хрен вам. После одной рюмки водки каждый русский превратится в сверхчеловек. А у нас еще имеется сверхтехнология. Они изолентой. Способны построить ядерный реактор. Тогда скажи, что нам делать? Там не армия, а всего лишь группа пьяных русских. Так что просто переждем, отрезвеют и сами уйдут. Пьяные русские — это самые страшные существа. Такие же пьяные туристы и оккупировали Турцию. Их не остановишь ни камнями бесконечности, ни криптонитом. Они ведь родились в аду. Под названием Россия. Так что решайте, что будете делать. Пойду-ка я лучше «Игру престолов» посмотрю. Офигенная идея. Сука, лучше ответа и быть не может. Конечно, на вид вы симпатичный человек, известный в округе, но говорят, у вас плохой характер. У меня плохой характер. Это у меня-то он плохой. Да! Кто сказал?